А перед началом данного ролика предлагаю посмотреть такой канал, как УКино. Здесь различные трейлеры на сериалы, фильмы, обзоры. Подписываемся, ставим лайки. А теперь переходим к самому видео. Все говорят, что такой проект, как Мотор Money, не может выдавать деньги. Пока типа не вложишь в этот проект хоть что-то. Я сделал же иначе. Дождался, пока я смогу просто вывести деньги без вложений. Собирал, там выполнял задания. И что вы думаете? Я вывел сегодня деньги. Немного, конечно же, 1 рубль, но он пришел мне сразу. Вот, допустим, вот обновляю. История. Вот оно показывается, откуда оно пришло. Здесь также, если посмотреть, выплаты. Вот. Проект выплачивает. Что же я сделал? Я заказал еще пару таких машинок. Какую же сумму я получу в итоге? Среди одной бесплатной машинки, второй типа насобирал на нее, вот из двух машинок вывел там рубль, хотя мог 3. Ну вот и купил еще. Доход за год получается 533 рубля. То есть, грубо говоря, за 4 месяца я отобью свои деньги, вложенные в этот проект. Этот проект не, как все говорят, лохотрон, как все остальные лохотроны. Нет, здесь я заработал без вложений. То есть, и он работает дольше всех, поэтому стоит перейти по моей ссылочке, которая будет в описании, и все же подписаться на канал и попробовать заработать на этом проекте.